Мы тут, думаешь, если бы мы все время отворачивали, когда было опасно, мы бы их сбивали? Мы их сбиваем, потому что мы наглые, блядь. Если мы будем отворачивать, как они вот кружками там летать, мы никого нахуй не собьем. Хорошо, давай по-твоему. Ты его сбил? Сбил. Все, какие вопросы ко мне опять? Вот так. Где вопросов нет. Я тебе сказал, в следующий раз я бы тебя попросил сказать мне, где фар, какое удаление бы мне. Че у нас там с ударным-то? Я лечу туда. Далеко тебе? Уже подхожу, антенны вижу. Ты прикинь, can someone provide cap over S-25 going to bomb another? Я на подходе, мне 30. Джек Пискин. 144. 32 километров. На L-39. Не переживай, он там его сейчас снимет. Он с тебя взял моду эти. Гриффин 92, дан-дан. Ра. 134, 79 километров. Я тебе сказал, я тебе сказал. Вот трудный, вот слушай. Я все равно буду так говорить, я не буду тебе говорить. Ну все, да, я понял, я буду теперь понимать, что ты говоришь отворачивать. Значит, отворачивать. Чтобы информации не получу, полечу и все. Потом меня найдут, нахуй, трахнут жопу. Так это будет. Это гарантированно, потому что ты не понимаешь, как мне разберутся, потом его найти, когда он подо мной. Я понимаю, я вижу тебя, я знаю, как тебе разберутся. Мало того, что ты видишь, ты за меня не захватишь цели, не найдешь ее. Я знаю об этом, я буду тебя наводить. Ты меня наведешь, даже скажешь где, когда я буду на семел подо мной 10, я его найти, я проебу всю скорость, понимаешь, не забуду, потеряюсь в пространстве, чтобы его вертикалкой это поймать. Потом, когда найду, он улетит от меня на 10 километров, отходит, все, за миражом, на какую догоню. Вот все, мираж выходил на тебя, если ты села в бух, короче, бух. Все, я сказал, хватит спорить, я тебе говорю, ты меня не слушаешь, я твою позицию понял, с тобой не споришь, в следующий раз, когда ты будешь отворачивать, говорить, я буду отворачивать, вот и все. Все, договорились. Потом ты увидишь, как меня трахнут, и поймешь, что ты был неправ, и надо слушать истребителя, который просит тебя информацию, которая ему нужна, а не которую ты ему даешь, блядь, отворачивай. Ром, я не могу все параметры выдавать, не могу, вот сейчас еще один тот долбоёб истребитель на этот самый пошел. И его опять завел нахуй этот самый другой истребитель, завел на тот же самый бар. Vampire Squid. Я давай закрыли. Я пытаюсь свой пробовать. Ты мне говоришь, что мы все дураки. Ну ладно. Я не сказал, что вы все дураки. Ты сказал мне, что я дурак, нет, вернул. Вот я все. Я сказал тебе, что просто тебе сказал, отворачивайся. Я на высоте. Пусть не ебашь. Раз ты на высоте, ебашь. Такие вопросы. Со мной что ты делаешь? Wacker 1-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 1
на один варпон, блядь, и видишь, где у меня слева или справа, можно линейкой либо померить, либо на глаз указать. Какие параметры я прошу, блядь? У меня стоит на нем маркер, и чтобы я видел его высоту. Вот, я вижу, что да, я видел, что-то я уже померил, у тебя было 12 километров, и ты уже приближался, говорю, отворачивай, потому что уже был примерно 8. Я не буду, блядь, линейки, 67 километров. Прямо на постоянку всегда. Ну хорошо, куда отворачиваю? Я шел в вираже в левом большом. Я тебе говорил вправо. 49 miles. Насколько вправо? Не говорю, я просто говорю, отворачивай вправо. И я так говорю. Вот, я тебе лично, когда ты говоришь, что у тебя на 3 часа фар 2 километра, я понимаю, вот, как мне действовать вокруг него. Вот и все. Не надо мне говорить отворачивай. Отвернуть можно куда угодно. Я сказал вправо отворачивай. Вправо, хорошо, на сколько вправо? На 90 там градусов, на 30, на 20. Надо было просто вернуть вправо, и все, я тебе сказал, на сколько. Вот, я тебе много вопросов задал. Ты же не дал мне говорить, ты говоришь, я на 7000, меня не возьмет. Я говорю, ну пусть не будет. Все, буц, закрыли, короче, и буц. Пуск, пуск, 24-ка, пуск. Работаю, я работаю, ловушки отстреливаю. Вверх ушла, по-моему. Нет, догнала. Нет, не догнала. Дать сзади одна бахнула. Ну, повезло. Я вынес, по-моему, лаймбрейкер. Сейчас там еще это надо добить. Сингериста. Хорошо, я на подходе, мне 18, но я под горочкой с обратной стороны подсяду. У меня такой хардкор тур, сам понимаешь. Ну, я уж вижу. Там ЗУшек еще дохуя. Да, пятый взлетел. Славно, уже к нам подходит. О, я попал. У меня очки пошли. Там Мираж. Отлично. Вот первый.
Петрович, блядь, не промазал, сука. У тебя ракеты еще есть? Сколько ты? Да, у меня 8. А, он прилетел с этого нахуй. С какого-то фарта, блядь. На Нальчик идет. Да, некому немножко. Они на этом. Бензиновой базе вообще полный. Ну, ладно, есть, есть Мираж 21-й, но сейчас не но... Ну ты если писать будешь, то все рассказывать. Я не буду как-нибудь писать там. Сейчас самый F5 причешет. Обои. Нет, F5 идет на самом фоне заберу видеть вертолета. Griffin 92 Dun Dun. Ra 130. 43 километров at 1000 meters. Да они же тоже там что-то сидят, наверное. Не-не, максимум. Wacker 1-1. А нет, 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 167. 9 miles at 2000 feet. Cold. 6 километров должен, блядь, нихуя. Его, видимо, кто-то наводит, извините, там летит. У наших еще один. Нет, только я. Нет, нет, вроде он заходит на него, только, блядь, он как-то странно заходит, блядь. Сдуг а кто-то какой-то неопасный. Не-не, они вдвоем идут, один идет F5, а за ним идет Харек. Если сейчас Харек ебет по F5, это будет прекрасно. Нет. Он обязательно въебет, потому что это, нас там нет, блядь. Не-не-не, Харек идет на F5 и все тут. Griffin 92 а рядом с ним, нахуй, Ra, прям рядом. 113, 25 километров. On the deck, Mirage. Hot. А, нет, вот сейчас Мираж перелетел перед Харьком, жопу поставил, сейчас Харьок... Wacker 1-1, merged, 229, at 2000 feet. Да-да, Харьок пошел за Миражом, он просто идет за тем, кто впереди него и все. Потому что это какой-то сам сплаш. Все, да, сбил он Миража. Тот F5, а этот вот. Но на него идет, нахуй, мигарь. Дум-дум. Сейчас посмотрим, что это творит. Не, дум-дум же убивает, нормально. ЛТЦ, ЛТЦ, пуски с ударного. Да, вроде это нормально, но ракет не пускает пока, вообще ничего. Пушки что ли ходят? Видел откуда? Чё-то не понял я. Не, не видел, мне гора закрывает, а только это... Мачты, видишь? Отдали немножко, там будет что-то нахуй, херня, облако, пыли, очень долго откуда пускали. Отлети немножко, и вот дальности увидишь, дальностью пощелкай. Там будет пыльная хуйня, облако, и ты увидишь, откуда хуярили, оно долго там стоит, около, блядь, минут 5. Вот разверни сейчас, и вот дальностью поиграй, видимости, и увидишь, там будет облако. Тракире нельзя отдалиться. Ну, нет, а да, вот, да. На джойстике, а нет, что ли? На клавиатуре, блядь, отдалить, приблизить? На тракире, нет, когда включен тракир, нельзя отдалиться. И ты назад голову отдали, это тоже же зум. А, и, да, 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 вот. Должно измениться же. Там главное, ты увидишь облако пыли, заметишь. Как это нельзя? Я тоже не понимаю, как я с трекером тоже могу прежде отдалять. Ну, потому что у меня абсолютный зум стоит. У меня стенка сзади. Нет, у меня, я могу приближать, отдалять, и трекером приближать, отдалять могу. А что такое абсолютный зум, чем разница? Ну, у меня абсолютный зум поставлен на джойстик, там Харек идет, блядь, помогайте, давайте. Нет Харька пока, нет Харька. 94 километра, как нет Харька? О, он там с мигом крутится. 132, 98 километров, at 1000 meters, hot. Там мигарь проебал его и все. А нет, он его обратно нашел вроде. Ну, сейчас не знаю, они крутятся, короче. Так, вижу зону пуска. Griffin 92 Dun Dun. Белые пыль. Да, да, я и говорю, белые пыль, зону пуска, западная сторона от фарпа. Там городок и вот рядом с окраиной города. Нашел. At 1000 meters, flanking southwest. Объясни, товарищи, что не надо стрелять тут. 129, 93 километров. Ах, наблюдаю, красавчик, давай пуляй. Flanking southwest. Близковато подходит. Блин, ну близко, наверное.
Griffin 92 done done. Merged 37 at 1000 meters. ЗУ работает по тебе, аккуратней. Вижу. Павел Сюдо Плейтов. Бра. 133. Еще вторая ЗУшка слева. At 1000 meters, flanking southwest. Чем крутым захватом? Да, блять, это просто далеко стоит, это хуета. BOGEL 9, Rock 134. Да, что-то отвернуть, потому что это далеко стоит. Блять. Пуск, ЛТЦ. Да, блять, ЗУшки все ебут, блять, меня. Ракетами. А. Возьми 25-го. Ёбни там. А чё? Так, ты выставил ее, она горит. Кто горит? Ну, по кому-то стрелял. Серьезно, попала ракета? Ну да, горит там огонь. Охуеть. Я отвернул, не дождался. Видимо, дошла как нар или хуй знает. Ага. Просто он дальше стоит и ЗУшки ближе, и поэтому пиздец вообще. Надо было с севера заходить. Ну ёптать. Сейчас я ЗУшки выкашу, сейчас подожди. Аккуратнее, вот смотри, вот как ты это убил, да, точно так же по линии пригорода, там еще одна стоит пусковая. Да, блядь, лучше ЗУшки сейчас подберу. Ну она по тебе пулять будет. Пускай пуляет. ЗУшки опаснее, они, блядь, такой стреляют хуетой. Эти-то я оттанкую ловушками. Да вот я не пойму, что за хуйня стоит. Вышка что ли какая-то мы? 21-й атакует 21-го. Я в шоке, блядь, жопой ему пьячу. Хорошо, что у него ракеты безопасные. Да, не долетают 60-ка на расстоянии, не вычисляют. Сука, идиоты. Напарники небось. Петрович нихуя не определяет что-то. А вот Максимус вроде там начал работать, да. Вот смотри, вот Петрович, когда включает видимо склад, включает, я все вижу. Всю хуйню. А вот когда ты атакуешь, я ничего не вижу. А когда ты там наводишь, там, пока там не видит. И нихуя я ничего не вижу. Вот даже когда ты пускал ракеты, я не вижу, куда спускаешь. На постнике куда-то никуда. А вот у этого, когда самый К-50, я вижу все цели. Вот все подсвечивается. Вот видишь эту башню какую-то сраную? Здорово какая-то хрень, блядь. Я отверну, это, подожди, вот, я отверну, блядь, в пизду. Это вот напорная башня, скорее всего. Да, вот за ней стоит пусковая. А, пуск по тебе, пуск. Ну вы эти самые, вот там два бункера, пускового вот этого вот напорку вы ее не убьете ничем. Сейчас ЗУшки сначала уберу. Пуск еще один. Слева. Мимо уж. Пиздец, блядь. Он еще так туго поворачивает, это просто жопа. Сейчас я с ЗУшками разберусь. А что хорошо у Петровича, он запоминает, куда смотрел, и можно развернуться, и он будет туда же смотреть. Это хороший Петрович. Мне да. Это как на К-50, когда ставишь это запоминание. Он доворачивает все время. Ну, восстанавливает. Все, я беру 25-го. А ты где сидишь, ты наблюдаешь? Так вот, справа от тебя. За цирком, за этим. Правым бортами разошлись. 21 километров. Он тренируется, конечно, что ж, пиздец. Изменил шаг винта, все, пиздец. Перетренируйся. 50 километров. Хоть починили, вначале-то вообще было весело. Не знаю, я предзаказал его и 3 месяца, блядь, не играл. Он когда вышел, он, блядь, после тренирования клевал, как этот носом. Он и сейчас как такое, как говно, блядь, летает. Допилят, надеюсь. Блядь.
Будут что брать меня, нахуй. Чем там такого? Что говоришь? Гриффин 92, Дундун. Ра, 211. 40 километров. At 1000 meters. Cold. Бункером. И МЛ-ки убьешь вышку. А там, ну, бери МЛ-ки просто пипешки, и всё, и не забирайся. Ра, 130. 92 километров. At 1000 meters. Flanking northwest. Гриффа-стрим смотрю, блядь. Просто нихуя не вижу. Бра, 171, 29 километров, at 1000 метров. Попал? Не видишь? Вот я тоже сзади смотрю на трехтим, я тоже не понимаю, куда он там ACR2JZ, бра, 170, 27 километров, at 1000 метров, hot. Ну, у меня 10 метров. Я примерно представляю, как ты там на месте, я сейчас перечу, я пукал. Так слева внизу появляется менюшка, блядь, этих самых, выбора целей. Гриффин 92. Перещелкиваешь и не надо увеличивать. 237, 16 километров. Понял, просто в тот квадрат Петровича тыкаешь. Не, ну, это понятно. И внизу, слева, внизу появляется меню. 84 километров. At 1000 метров. Flanking northwest. Да ладно. Ну тяжелый будет, нахуй тебе. Соки HR. Бра. 165 километров. At 1000 метров. Тогда возьми две тэшки. 4 мелки. И можешь 2 элки, потому что здесь можно. ACR2JZ. Merged. 271. At 1000 meters. Блять, у меня рука уже болит, сука. И этого должно быть достаточно. Потому что там можно все остальное пушки не доработать. Че, зайдешь еще раз? Грубо, да. Я вижу тебя. Griffin 92 Dundun. Ra. Да, там две ЗУшки. 10 километров. At 1000 meters. Тяжелые бункера есть, под которым бомбы надо, нет там? А, я не знаю, кстати, вот на этих базах есть. А я убил эту ЗУшку, которая там стояла, не видел? Не видел. Это самое, как его, Вогель, посмотри, там есть бункера вот эти вот, блядь. ACR2JZ, Ra, 316, 28 км. Я отсюда не вижу, я на горе стою там, что под горой не видно мне. Так не вижу пока. А, есть, на этих, на заправках есть. Хабас, вспомни, та же самая хуйня, заправочная пидорас. Сколько там? Один, он два? Один, он там один. Тогда возьми, за место тэшек, наверное, две бомбы. Тогда бери, я не знаю, V3, что ли. Либо возьми две бомбы, Griffin 92, Dundun, Ra, 335, 11 километров, on the deck, cold. Вот так можешь взять, ну, потом отремируешь, и вот так можешь... Павел Судо Плейтов, Ra, 107. 57 километров, on the deck, flanking northwest. Да, блять, вторая ракета и что-то ничего не горит там. 324, 55 километров, on the deck. Андрюха, ты в наводчике, Андрюха? Я в наводчике, но я не вижу, понимаешь? У тебя не показывается, от вас не показывается. Я понял. А 50 и видит нахуй все цели, а от тебя я вообще ничего не вижу. Все, я поставил ПДР-ку, пошел наливать кофе. А, или нет, я даже не так делаю, я... Лечу на автопилоте. Сколько там, 40 километров? Не надо, Ром. 40 километров это быстро, это вот для 25-го. Павел Сюдо Плейтов, Ра, 106, 68 километров. Я повесил пачку вихрей взял. Все как заказывают. Взлетишь, отремируешь и все. Там тебе надо будет перетяжелывать ракеты. 66 километров. Вот на пункте. И две бомбы. Потому что, чтобы мало ли промажешь, чтобы второй негатив. О, а фантомаж же мне не нужен. ACR2JZ, Ra, 331, 62 километров, on the deck, hot. А там все остальное в пушке доработаешь. Машинки там, блядь, всякая палатка. А там Defenders вылазят какие-нибудь? Могут вылезти, могут нет. Я S25L возьму, я туда одной плюхой бомбу еще убью. Если ты возьмешь вихрей, если даже вылезет там Defenders, они либо Defenders, либо танк и ЗУшка, либо Defenders, и вихрями Ra, там разберешь. Я взял S25L. Я люблю одной плюхом убивать их всех там. Ну, по центру ставишь, ни разу не пробовал между тремя этих ЗУшками. Нет, я бил, да, и пешки так бил, я знаю. Но тебе тяжеловато будет летать, разворачивать, тяжеловато. Ты чё, нахуй, я страдать так страдать. Ra, 317, 48 километров, on the deck, hot. Хотя мог бы повесить просто нары, по краям нары бы лучше, повесить бы эти самые... Нормально, если мне сейчас нахуй не запиздярят... Горит, блядь, наконец-то!
сука. Ага. Тем более там сейчас все доберут нахуй. Ну, наверное, не бери, тебе будет проще вращаться. А, вот чистый нахуй. Как хочешь, я просто тебе говорю. Еще одна живая, он по мне отработала. Сейчас, подожди. А я подразнил, отворачиваю. А, вижу ее. Ага. Блять, прям в тебя все. Не-не, не попало. Не попало. Сейчас я еще кружочек сделаю. У меня, по-моему, одна осталась еще это. Вот это хардкор, блять. Вот это вот, блять, хардкор. На К-50, блять, каждый дурак может, блять. Так и да, но я не вижу, понимаешь, что хуёво. А ты на стриме смотри. Я на стриме тоже нихуя не вижу, блять, вот прямо. Вот ты, может, точки видишь там, а я вот смотрю, ты вроде... Нет, я и точек не вижу, я так же всё перекрестие и всё, и он сам наводит куда-то. Вот, а я не вижу там, куда он стреляет. Он сам видит, выбирает, короче, и все. Вот ты как зумируешь? Вот приблизь. Подожди. Вот подожди. Сейчас проатакуешь. Я не зумирую вообще. Зачем мне зумировать? Вот, а видишь, он выбрал. Вот, все. Вот тут он выбрал цель. И вот я нихуя там не вижу. Ничего не вижу. Ну вот так надо увеличиться. Вот я тебе говорю, приблизь, чтобы увидеть, что ты куда стреляешь, ёпки. Ты же можешь, ёпки. Ну, могу. И все равно нихуя не вижу. Откуда эта падла стреляла? Там, блядь, дохуя, кстати. Там их 3 штуки. Ты стреляй уже, хоть убьёшь. Бабам, есть. Не, пока что не долетело. Долетело. У нас долетело уже. Бумкнуло уже. А, да, у тебя же сам. Так, я не знаю, у меня, по-моему, еще одна ракета должна остаться. А там у тебя нет где посмотреть, сколько ракет? Блять. Визуально только. Да. И по памяти. Ну я не могу голову повернуть, сука, и в этом не видно, сука, в зеркале в ебаном. Еде, блядь, так зеркала делают, нихуя, блядь, не видно, не повернуть их. Ну я думаю, все равно где-то там, увидишь, где-то там должно писаться где-то, сколько. Нет, ты чё, здесь не пишется. Там, по-моему, еще одна осталась. Блядь, ну красиво все-таки на этой самой работать. А, у меня мортары, кстати, есть с собой. Я могу мортары перед речкой высадить еще, пускай ебашат туда. А там кто-то еще хуячит, я смотрю, там логер, там что-то зарами что-то хуярит. Ага. Он помогает мне. А ты не близко не подходишь? Близко? Нет, я вот. Близко, я и говорю, ну, близко. Да, слишком. Увлекся. Че, покоцали? Нет. Нет. А, вот это. А, вон да. Стреляет. Вон. А теперь я вижу, откуда стреляла. Ну там БТР какой-то стоит. Так, ну вроде все в норме. Там, видать, пулеметик мелкий. А у тебя с собой что? Репейр и писатель, да? Ага. Ну тут лучше отойти, ну и в пизду. Да, действительно, что уже кабину попортили. Ну вот, я вижу, ты всматриваешься, а, блядь, ты не видишь. Крестик бегает туда, бежать здесь, блядь. А как ты дистанцию определяешь? Он, кстати, на глаз. На глаз сам по себе, да? Попал. Ну, я еще пока не вижу. Загорелось. Все, да, вижу, да, попал. А что-то тепло не работает. Все что ли кончилось? БК кончился, да. Сака, сейчас май скоро. Все, сейчас прилетит терминатор, блядь. Ох, как ёбнул, хорошо я. Петрович, красава, блядь. Да,
набрал. Я как раз сам интернатор по статике работать. Так, по-моему, у меня больше нету ракет. Сейчас я попробую еще зайти. Ну, там APC мне показал. Попробую. Если нету, я попробую его на арме. Налево по рулежке свечу. Блять, гидравлику выбили. Я сажусь возле вышек. Давай. Ты прямо можешь сразу загоняться и бежать. Хорошо. Только выпусти при 80, выпускай закрылки полностью и тебе хватит. Там немножко там будет поворачивать, тут там повернет. Пойдет. Кстати, минеральные воды быстро установить. Все, все уже. Тут, наверное, все вертолетчики уже море было. Но все равно, кроме больше двух паков, привезли все. Понятно, мы просто сразу привезли. Нет, мне кто-то сказал, что тут как бы оно восстанавливается по-разному. Бывает быстро, бывает медленно. Кто-то такое говорил. Ну, это как бы рандомно. Курс. Будет курс мне. Курс 279. Так, сторожевая вышка. Вот, самый, как вот, смотри, как его. Гриф. Сторожевые сейчас, вышки. Подожди. Пушки можешь отработать, если там все выпал, стрелковые. Вот, за РК МД у меня определил. Ну, наверное, пустая она, блядь. Это ММД, она как типа. А, не могу стрелять, не могу стрелять. Все, нет ракет. Ну, пушки отработают. Тебе нахуй возвращаться. Собьют, собьют. На чем? У меня нары есть. Что-то минометы мои начали работать. Да, они работают по этому, по какой-то сторожевой вышке я вижу. Ага, лупит. У меня нары есть, зачем мне? Ну они потихонечку там у него убирают, прям по мини-дрону. Летит сверхтяжелый терминатор, блядь, тихо. 270. Пизда, блядь, за РК МД, блядь. 270. Вот это красота. Там около площадки. Тоже машинки сразу тебе должны быть. Около взлета должен увидеть, там ее машинки убить сразу. Они не смогут перезаряжаться и перезаправляться, если только не добьют. Вот, дрон нормальный. Так, я вижу пожары, да? Это все горит, это гриф там, да, нашалил, блядь? Да-да, ты сразу включи шквал и туда направь его, и я туда уже буду видеть на цели, скорее всего. Да. 0% говорит уже. Нормально? А? 0% уже пока. А что тут за машинки стоят в ряд? Это надо ебашить их? Да-да-да, всех, всех. Высаживай минометчиков своих. 0% показывает за эти техники. Может вам нужен. И он показывает 0% все здания и все остальную хуйню, он как бы. Да? Да. Я сам так понял. Что-то я разъебал, блядь. Да, я смотрю, смотрю. Вижу другие пожары, блядь. Дэш-трик там. Со стороны смотреть, как 24-й работает вообще. Охуенно, да? Вообще пиздец. Я ролики звезды посмотрел, как наши в Сирии хуярят. Красота вообще. Вот так. Ром, сразу еще и вышку вот напорную. И два дота. Это вот самое основное для тебя. Ну, у меня пока 20 километров. У меня теперь даже видимость в телевизоре плохая. Я не знаю. Прямо надо мной разворачивайся. Вау. Я не специально, прости. Начни, взял. А, взял. Как он включается? Shift-O. О, блядь, как я... У меня тут на джойстике это все, я хуй знает, как включается. Чё, Ctrl-O нашёл, да, да. База цели на вышку, там типа 15, что ли, что-то такое. И на дождь там 14-15, ну там сам по...
Потому что ML-ками будешь бить, то похуй, пятерка, поставишь под самый низ именно эту среднюю пизду, которую тебя цель вот средняя. Такая палочка, вот ее под низ ставишь, это удобно, и можешь хуячить. Так, вижу пока плюхи от бомб. Вижу вертолет летает. Блять, точно читерская штука. Вот этот, вот такой. Блять, вы снимите мне ролик, как я летаю. Это охуенно. Снежки. Вот, видишь это здание, вот это здание, видишь, вот его надо убивать. Вот это? Да, да, ты пролетел сейчас на пину. Ты уже пролетел, а я только сейчас увидел. Там такой, блять, вот ебаный, как вот. Ну понял. Сейчас я попробую это зависнуть это и пушки. Блять, кто по мне ебашит? Да я стреляю, нахуй. Нет, ты... по тебе из этого здания ебашит. Вон, да, блять, здание. Да, из здания. Этого здания, да, да. Я ей говорю, что, блять, вот к нему не подлетать, он вроде нихуя, потом... Пизда какому-то зданию вот, сделал. Вот. Так, это самое, машинку вижу. Ром, перед тобой она. А я в нее нахуй верю. Я понял. Смотри, там в это здание только не попадись, я, блядь. Здание вроде убил. На севере, нет, на севере от вышки здание. Их там два таких же давно убил. Рома. Да я тут уже по-хуевшему летаю, не с этим, блядь. Вот так же и я летал, блядь. Что, он, блядь, мне прям в упор ебануло прям в лицо. Там хватит, ну, прям чуть-чуть. Ну просто лицо я не поставил, как ты в этот раз. Ну ладно. Мне ладно, должно было ладно. Повезти, конечно, знаешь, это мой, тоже был мой полет закончится опять. Здание, блядь. А он не здание, какие-то контрольные укрепки. Ну я понял. Укрепки. Да. Вижу, пушка там работает. О-хо-хо, бабахнуло. Это гриф по какому-то члену, блядь. Справа лупит пулемет по тебе, гриф. А, вот это, наверное, это... О, заебца, это вообще красиво. Вот это вообще красиво было, блядь. Отворачивай, блядь. Кажется, понял, где это здание. Сейчас. Да, это Афганистан, блядь. Это что было такое? Это памятник какой-то? Да это бочки эти бункеры, как они, бочки эти с топливом, высот, одна на другой стояли, блядь. Понял? Ну, блядь, ну бочки какие мы стояли. Убиваем, а они одну на другую, понял. Как бункеры ставят одна на другую. Я, короче, пушкой 30-кой просто сверху вниз ее проебал всю. Я видел. Это вообще красота была. До сих пор горит. Такой взрыв пиздец лютый, да, был? Да, вышки не добиты, значит, не все добиты вышки. Укрепчик я добил. Не все вышки добиты, зеленые, смотри, не все там. Смотри, Ром, на вышки наводить, а вот еще... Я попробую сесть и минометчиков высадить. Ром, ты ищи бункеры. Я вот это, два укрепа этих убил. Там еще, значит, должно быть тот самый, как его, как она называется, блядь, вот только что гриф говорил. Вышки, по-моему, да? Вышки, да. Вот ты их можешь взять в шквал, они просто, по-моему, 12, ты на них наводишь, они автоматически схватываются. Если схватилась, значит, она целая. Сейчас я дойду тогда, зависну там где-нибудь, блядь, смотрю, что там. А то я тут увидел, что грифа стреляла, это хуйня, я быстренько ее ебнул. И, кстати, ты про облако, ты все правильно говоришь, там обязательно облако, вот рядышком тут все светло, хорошо. Угу. Охуенно, кстати, у 24-ки эта система есть, которая показывает отклонение боковой скорости. Вообще, прикольно. У Кашки на Илсе, а здесь такая клевая штука. Это где я сейчас смотрю, что-то не вижу. Вот эта система. Влево-вправо, вот эта система. Вот это, видишь, вот это? А, вижу. Это. Там. Да, она показывает отклонения минимальные при посадке. Очень удобно. Чтобы все в нуле было. У здания, смотри, у здания они. У
Меркурием там пройдись, увидишь, как они сразу видят. Чё, чё ты нашёл? Нашёл одну. Ром, тебе курс на неё 61. Я-то я её держу, да, я работаю. А, да, всё, она целая. Ну, не целая, там чуть осталось. Они там тоже одна на другой стоят. Всё, пиздец. Ля, ну все, я экзамен... еще одна, Ром брал только что одну еще. Экзамен по вертолетчикам сдал. Хватай, она прям там же, где ты. А, вот, вот, все, да, взял ее. Хуячик. Ох, С-25Л, я ж плачу, когда она сходит. Я ж, блядь, чуть не перевернулся сам. Вот ты, как, когда я ей вертолет уничтожил, вот тогда ты видишь, нахуй, сдарила. Все, больше я ничего не вижу, пока ты ничего не берешь. Захват, ты куда стреляешь, никуда. А, они все позеленели, я просто думал, это еще дополнительно. Не-не-не, все, там больше ничего не видно. Если так, нет. Вижу бункер такой дот бетонный. Да, да, вот тебе нужен, туда нужна АМЛ-ка, либо 5 ключей. Как-то так было. Сейчас не знаю, может сейчас и ветерами не возьмешь. Фу, блядь, я сел. Либо АМЛ-ка, либо 5 ключей. Чуваков выставил. Так. Вихри есть, у меня бомбы есть, бомбы может кинуть. А что-то они ничего не это самое, не стреляют никуда. Они сперва разворачиваются, они через некоторое время начинают немножко подожди. Если они не будут стрелять, значит они ни хрена ничего не видят. Ну, либо не могут атаковать то, что видят, но они могут это атаковать, они не будут. Так, а как бомбы у нас кидается-то, блядь? Просто выбрать бомбы. Выбрал бомбу, потом... я знаешь, как шквалом забрал? А я не могу их забрать, как мне их забрать? Не знаю, вот тут уж не ко мне. Точно так же через менюшку. Ром. То же самое нажимай. Наводишь шквал. Ну, я понял, я вспомнил. А потом кружочек туда и нажимаешь на пуск и вот держи, чтобы верхняя точка, ну, сходила. Ну вот я нажимаю лот, мортар, сквад. You are not on pickup zone. Не-не-не, как высаживал, то же самое нажимай. А, блин. Только смотри, чтобы тебе под днищем не уебало, сразу отворачивай, как низко идешь. А то, всё, я понял. Если бомба большая, то тебе пиздец. Все, ты навелся на нее, да, это хуйня, это тот, да. Прям блядь. На него идешь. Четко. Блять, хуево навелся на него. Да ты быстро, сука, шел, быстро шел. Да я потому что. Попал, все, по-моему, и видал. Я не кидал, нет, это я сорвал. А, захват. Да, у тебя захват сорвался, поэтому я. Я тоже просто... хочу повыше их завести. На целый, о, да. Мои бабахают. Ну да, я тоже хочу повыше. Может я сейчас ее поймал, они не в нее будут стрелять? Я как бы шквалом взял, может я им показал, типа, они на. Да, да, она теперь всегда видна, у нее, видимо. Ну они ничего не сделают, они просто будут, да, они хуярят на нее, потому что ее видят теперь всегда. Ну только, да, они немножко там повредили чуть-чуть. Во, лупят по сарайкам по этим, блядь. Да, 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 там немножко, ну там, блядь, прям вот чуть-чуть отлетает. Это взрывники там, или это пуски, блядь, их я вот к развороту. Это их не пуски. Я приехал. Ждите. Блядь. Высадил. Сука, о, сейчас разворачиваются. Смотрите, ребята, блядь. Смотрите, хуярят, блядь. На эту хуйню, я не вижу ее. 155, дистанция 3. Значит. Дистанция 2.60. Вижу там. Только ты быстровато, по-моему, идешь. 4. Я буду кидать по штанге нахуй. Как хочешь. Ты, ну минометчики 25-го без работы оставят сейчас. Ну минометчики уже, ну они, знаешь, как они мимо. Вертолетное звено ебашит, блядь. Сука. Они уже где-то примерно желтенькая, чуть меньше половины у ебашек. Да, там, блядь, Хиросима такая, но они за нее закидывают, блядь. Но им может не хватить. Этих дотов, по-моему, должно быть 2. Да? По-моему, да. Ну, на самом деле хуйня. Вот бомбами нахуя, можно было МЛ-ки взять и уебать его. Одно или Т-шки. А там домиков тоже дохуя этих. А домики с пушки, ты можешь с пушки их расхуять, ну и они сами расхуять, если им показать. Там бомбы, робот... Бэмби, я бы так бы охуенно заходил бы и бомбы скидывал, а я бы, к сожалению, не умею, но... Ну это понятно, я сам нахуй, когда первый раз скидывал, вообще хуй на чёрт делал, ну сам себя подбил. Вот чётко идёшь ровно, только скорость более-менее нормальная.
Ну ты опять набираешь ее зачем-то. Нормально, нормально. Сейчас посмотрим. Давай, сбросил. Вроде хорошо идет. Не-а, мимо. А, нет, попал. Но осталось чуть-чуть, рядом попал. Осталось прям самую малость. Тихо, я тебя чуть не убил, но хорошо, что он крепкий, блядь. Кусок говна летающий. О. Я же тебе сказал, что под нищу прям получает неплохо. Все, вот минометчики, короче, перестали. Может пересадить их подальше куда-нибудь отвезти? Они не... забили, да, наверное, минометчики добили ее. Не добили, она осталась. Все, мои, пропало. Мои больше это самое. Да, они ее добили. Ну ты чуть подальше отлети, развернись, посвети там сквалом, я может что найду. Хорошо, хорошо. Пока, блядь, да, она исчезла. 25-й зачет, блядь. Не добили, они сейчас по ней бьют опять. Ну они только... даже... Ну вихрем, еби туда и все. Ну развернись, возьми в захват и вихрем ее добей. А то они тут сейчас бить. Они, видимо, бьют, когда они ее видят. Когда ты их подсвечиваешь, они бьют. Подожди, а сейчас... по-моему, я другую вижу. Ну схвати, сквал. Вот. Все, да, целый, я же говорю, два. Бей туда вихрями. Прям. Что-то меня не переключает на вихри. Блять, я их скинул. Долбоеб. Ну бей пушки, я посмотрю, что там пушки там хоть как-то отдаляет. Я скидывал эти, блядь, контейнеры от С25Л, блядь, видать, передержал. Сука. Ну попробуй пушки пройтись, я посмотрю, пушка хоть что-нибудь 30-ку сделать, удобно. И башишь? Ну, вроде, садил вроде в неё, не знаю. Я по полю, блядь, еду на вертолете, сука. Вообще ничего. Ну, эти самые нихуя не стреляют, по-моему. Да не стреляют, по второй тоже стрелять начали. Минометчики лупят, да. мажут, очень круто мажут. Пока... Мне кажется, их чуть-чуть подальше бы отвести бы, они бы, наверное, слишком близко. Они же навесом бьют, наверное, да, надо подальше. Да, они закидывают за нее, как бы. Ну смотри, как стараются зато. Смотри, как стараются. Попробую сейчас, куда минометчики стреляют. Блять, не вижу из-за дыма никого там. Ну вроде правильно идешь. Меня не ебни, я по полю тут катаюсь. Да нет, он рядом как-то. Ну что-то он не очень как-то управляется, видимо, что-то все-таки от бомбы произошло там. Ну под низ ты получил, да, что-то произошло. Ты посмотри, топливо не вытекает. Да не вроде. Ну что, я тогда надрачивать не буду, я пошел на давай, базу. Давай, уходи. Дай там... мне на базу курс. А, 99. На восток ровно, хуярь. Бери просто тяжелые все, ML-ки, DT-ки, и там все добьешь. А что там еще какие-то здания, ты говоришь, пушкой там? А нет, смотри, это самые. Десантники еще кого-то там ебашут. Синик, двое осталось, мы их всех, короче, победили, пересидели, блядь. Ай, да, герои, медали, грусть, медали. Гитар, правда, сказал, что у него их. А я бункеры эти пушкой возьму, не возьму? Я. Сейчас, ну, вот я стрелял, пробовал, вроде. Да, я посмотрел, никуда там ничего не управляет, там тут вообще никак. А вот от солдатиков, да, они прям лупят, уже там практически самый малый остался. Но они пока не лупят или не видят. Когда они стреляют, я ее вижу, эту цель, а сейчас никуда не вижу. Либо убили, либо не видят сами. И либо надо подсвечивать, это хуйня какая-то. Так, парни, все, отлично погоняли сегодня. Всем спасибо, я пошел спать. Спасибо, давай, не думаю, давай, не думаю, давай, думаю, спасибо. Не случилось бы побед. Все, чао. Пока. А ты забрал все свои десантники? Да. Смотри, что пропали. Да, сейчас отвези я... их подальше немножко. Не в ту сторону. В той стороне, куда ты летишь, там эти доты и есть. Надо в другую. Либо перелети. Так я и хочу подальше отлететь. На другую сторону вообще.
Нихуя себе тут такая воронка, блядь. Вот где килл, блядь. Сейчас. Куда ты отлетел-то? Заворачивай. А, вот. Ёпта мать, я так... 137. Я усиленно складываюсь вдаль, но килл знаешь где? Угадай, под облаком, ёпта. Ну так опускайся, уже он у тебя близко. Я вижу, вижу все. Я сбрасываю. Смотрю, думаю, где килл, блядь, где все, блядь. Скорость сбрасывает, тормоза там все нахуй. Шасси, хуеси. У меня в 25-м трекера не хватает, или что за бред. Как на взлете чуть не столкнулись, блядь. Не то что на посадке, а на взлете чувак пролетел мимо, блядь. А я не вижу никого нахуй. Лампочка зеленая горит. Это на 29-м кто-то там прилетел. Только куда? Там на Нальчик идет нахуй, и Астрик, там вертолет, тут что спрятан. Сколько там 30 минут же до рестарта было, да, или сколько? Сейчас уже, наверное, меньше. Раньше было, да, 30 минут, но уже, блядь, минут 20. Гриф только что-то чудит. Почему? Потому что что-то не высаживает, кстати. Ну я еще не приземлился, блядь. Я же не вижу, я вижу, что ты, блядь, что-то стоишь, диаметр стоишь на карте. А, да, опять, сейчас гриф посмотрю. Блядь. Высадил. 21 минуту, да. О, вот, вот, все, и да, и они сразу заметили, их два дота остались. Ах, три, их, блядь, четыре. Два целых и два вот красненькие, там сейчас, если может, твои добьют. Гриф, а у тебя пушки есть еще? Есть. Вот эти красненькие ты можешь добить, мне кажется, с пушки. Почему? Какие красненькие, я не пойму. Я тебе могу их пометить, а ты вот там, я не знаю, как ты можешь. Я прям... нары нужны там где-нибудь, нет? У этих. Ну, не знаю, я вот. Мне кажется, хватит мелок и две тэшки и все. 20 минут сервер. Вот я тебе их пометил, прям вот увеличу, увидишь два. Прям точно на них, на этих. Там два дота целых полностью и два дота, блядь, нормальных. Я думаю, с пушки там осталось прям чуть-чуть красненького. Прям с пушки ты можешь. У тебя там 30-ка, да, же? Да. Должна взять. Ну их видит, я их вижу, значит по ним хуячат. А, да, по ним хуярят, все, теперь два других дота. Уже тоже красненькие. Может быть захуячат, не знаю, пока подожду. Твои начали хуячить по ним, там осталось чуть-чуть. А ты, кстати, можешь попасть. Сейчас это последние доты, то сейчас появятся защитники, тебе насуют. Звуки там прям в упор тебя расхуярят. Не, он уже не мой. Вряд ли произойдет. Ну как, вряд ли он сидит там прям перед носом у них. Ой, да не может быть, ДЦС не может его еще раз так отжарить. Отжарить, блядь. ДЦС может все. Кстати, смотри, вот они все, смотри, они их не добивают до конца. Они их также пробили, два, которых их. Да просто потому что они друг в друге стоят, поэтому им сложно пробить, понимаешь? Кто, блядь, ставил фарб так через жопу? А там же появляется оно по-разному. Пиздец, они, понимаешь, друг на друге, поэтому появились друг на друге эти, блядь, банки. Потому что там это есть, там записано так, как я понял, такое бывает. Скрипт, наверное, так срабатывает. Да, что он по-разному их вставляет, иногда нормально, а иногда вот такой. А иногда друг на друге респит. Вот они и появляются по 55-му разу.
Да, и мы, наверное, поэтому так долго и тут и бьемся, потому что когда его вылечили, сломали, там да, уже... Да, он настраивает. Ну, короче, вниз. Остались только вот эти вот точки, и все, и все они, блядь, все... Ну, Ром, прилети просто до бомбы, блядь, ну... Лечу. Там Т-шку или МЛ-ку брось, там все, она разорвет, нахуя. Я тебе точку поставил, если что. Нет, ты меня наводи, пожалуйста, я... Я наведу. Люблю, блядь, но... Стронцы видел? Блять, я бы слетал бы уже, перезарядился куда-нибудь. Куда мне слетать-то? В Черкесск, что ли? Тебе ближе всего, да, в Черкесск. А, там тебе не перезарядить, там это самое, как его, ПВОшка. Только назад. Я чуть не расхуярился, пацаны, ладно, все ништяк. Я рано убрал закрылки, блядь, долбоёб. Я, короче, это... Ну, мне уже спать надо давно уже. Точнее, вставать. Всем давно. Так, навожу, давай, это самое. Курс тебе на них 276. Я как на истребителе закрылки после взлета сразу убрал, блядь. Не, нельзя на штурмовика так делать. Я знаю, блядь. Я просто автоматом, знаешь, ну, взлет, тык-тык-тык, эти все процедуры. Благо, это... Знаешь, где это чревато? В Тбилиси. Это чревато, когда взлетаешь в сторону города, и он проваливается там, я не знаю почему, там может какая-то, блядь, ветревый. И ты так, бывай, хуяк, да, прям да, тебя закручивает. Кстати, да, я когда вот после перерыва взял штурм, но вот не так давно это было образно. И первым делом я там расхуярился в Тбилиси. Это вот... 276. Мне напомнил про это, и я сразу вспомнил это. Так, все, Фантомас включил, 29Т подрубил. А ты что включил-то? Ночник? Да. Т-шки на ночнике не работают, ты в курсе? Ёб твою мать, ну ладно. Выключи. Да я этими стрельну, у меня дерьма всякого с собой. Элками из 25 стрельнул. Да. Полегче немножко будет. Отворачиваюсь, 276. Чуть правее бери. Блять, Рома, ты бы видел, как я красиво тут работал, защищал. Не, я понял, это первый раз, наверное, ты за всю историю тут, блядь. Да, удачно вообще отработал. И за ушки, и тепло, блядь, вообще пиздец. Надо ролик. Ну, внешки у меня нету, а этот я сделаю, запишу. Почему у тебя внешки нету? Тут нету внешних видов. Ну ты заебал, у тебя же трек-то есть. А, трек я не хочу, бля, он длинный у меня. Чё трек, блядь, знаешь сколько? Не знаю, пиздец. У меня такой же. Вон надо у этого Вогеля попросить трек. У него короткий, наверное. А, подожди, а я зашел. Но у него не будет твоего вида, понимаешь? Так а зачем? Изнутри у меня есть, мне надо снаружи наоборот. Вот, на воде не вижу нихуя. Ну правильно идешь, вот так и иди. Так, возьми там, блядь, я не знаю, там доты, там 14-15 база цели, но только не через... Не, она вбралась на десяточке, автоматом. Ну, не всегда она берется, сделай 12, она тогда точно возьмет. Ну, наверное, вроде раньше так было. Я не помню точно сейчас. 12. 11 ставлю. У меня... Ну, у тебя ML-ки есть же? ЛКами буду стрелять. Ну, я сяду. А Элка мы похуй, там хоть пятерка, блядь, там поебать. На пригорочек сяду, блядь. Элка идет в точку. Сколько его вижу антенны эти, блядь? Антенны нет пока. Тебе надо идти курсом 277. Сейчас идешь ровно. Ну ты скорость сбрось. Нахуя ты 500? Ебашишь. Да блядь. Я же не знал, сколько до него, ёпта мать. О, антенны, у меня же зеленая. Сбрасывай, нахуй, там 10 километров, сбрасывай, тормоза включай и закрылки нахуй опускай. Зависай так. Планируй потихоньку и ищи там ёбные доты, когда ты увидишь их в этот сквал, я их увижу. Прям перед собой сквалом, давай, за речкой, за леском. Так, вышки нашел. Не вышки надо, дотики.
Вот четко идешь на них, правильно идешь, дистанция 6 километров. А нет. Он, да? Шквалом, нет, я еще не вижу, ты не захватил нихуя. Я думал, что это он. Ну, играй, там, блядь, они доты такие друг на друга стоят, как говорят, я же не вижу, А вот, наверное, они? Нет, не они, ты до этого захват и бомбу туда кидал, ты че? Вспомни, туда же, куда бомбу кидал. Я смотрю, телевизор, блядь, я... В телевизоре не узнаю это место, так как говорится. Телевизору. Вот уже два. Все, ты только. Да, только что захватил. Да. Вот, все, бомби, хуять. Прям две штуки хуять туда. Хуять две штуки прям сразу. Первую и вторую. Там вот четыре штуки, сейчас я думаю, их всех хуять. Исчезли вроде, но. Еще одна есть, еще одна. Там еще сбоку, значит, и еще надо раз заходить. Ну. Там еще две, по-моему, остались. Ну ты понял, на что смотреть, хотя бы, понимаешь, как они выглядят? Да, вроде понял, но я их сейчас тоже нашел, очень близко было. Потому что ты быстро летел, я же тебе сказал. Не, ну да, я на тормозе летел. Так, слушай, есть там, да, еще? Дальше, не разворачивай слишком быстро, дальше летел. Ну, в том месте эти штуки еще есть, да? Да, там еще две штуки промелькнули. Лети дальше, потому что слишком ты пока развернешься, там будет вообще дистанция. Блять, у меня топливо кончилось. Ром, дальше. Ты отлетел только на 5 километров, пока развернешься, будет 3, уже точно найдешь. Дальше отлетай. Они просто пока горят, как бы, я бы... Они уже не горят, блять, ну ладно. Я тебя наведу, они там... Что там гореть там, они были накрасить? Ну я туда обжарил две элки простых там. Вот два доты и убрал. Там вот чуть было правее, вот как ты летел, вот куда-то жахал, чуть правее было. Ну разворачивайся. Сразу тебе курс 41. Доворачивай. Все, выпускай эти самые посадочные. Закрылки будешь планировать. И газку так. Давай, ну сам подберешь, чтобы лететь не быстро. Да, вот 385, 350, вот так. Ищи шквалом. 34 примерно курс. И давай шквалом там подбирай их. Пока ничего не видишь. Чуть левее. Чуть левее, Вань. Вот я по твоему корпусу. Ищи. От тебя дистанция 6 километров. Сука, не вижу, блядь. Ищи, я тебе скажу, как ты их заметишь. Ищи. Вот идешь нормально. Чуть-чуть левее. А вроде вот какой-то вижу, там работали в него минометчики. Да, они в него и работали. Вот так летишь, все, есть, хуять. И там еще одно должно быть за ним. Слева, да, там вижу, вроде это оно, вот, не оно. Ты его, а потом следующий, и по-моему все будет. Только потом с ловушки на одно уничтожил, другого бери другое. Я здесь не пусть. У меня пока топливо кончилось. Пока не взял, никого не вижу. Слышите меня? Да, мы достроены. Ром, ничего не захватил пока. Я разгоняюсь, я не вижу здесь ничего такого подобного. Вот я какой-то вот этот вижу, блядь, туда вот смотрю, он разрушенный, не разрушенный. Это укрепление, укрепчик. Ну отлетай тогда, отлетай подальше. Сейчас я не знаю. Это сам гриф. Ты можешь это самое посмотреть по. Паком, что там сколько? Ну я не знаю, как смотреть, никогда не смотрел. Пак инфо. Все, нейтрал, ударный нейтрал, все, уходи. А сейчас я, подождите, что уходит? Я сейчас высажу своих, он захватит. А уже сидят эти самые, уже есть эти самые захватчики. Нейтрал, не клоуси, да, нейтрал, все заебись. Да, есть нейтрал, да, и уже эти самые, как его. Так они должны захватить? А уже есть этого самого, этот же оставил. А свой. Он далеко, по-моему, оставил. Нет, он прям оставил там в самом центре. Нет, вот я где сел, где я сижу, вот это были прям у антенн. Вот у вас две кучи там, две кучки. Две кучки. А может они не захватывают мортар-то, может быть захватывают только стандарт групп? А у тебя кроме мортаров, посмотри направо, у тебя там еще два пехотинца увидишь. Посмотри направо. Ну я вижу их, да. Они считаются как захват? Да, любой, стингерист, пехотинец, да, мортиры сами нет, а вот пехотинцы, да. Все, по-моему, да. Ход форс, хэв каптурит ударный.
И пускай восстанавливаются. Ну все, а туда еще машинки какие-то едут к ударному, наши красные. ЗУха какая-то. Да, ЗУха, стрела 10-я. БТР и танк. Едут куда-то. А, они едут в этот самый, как его? Как его, блядь? В минеральные воды. Кто-то захотел захватить машинками и танками его, блядь. Из Черкесса послал, блядь, машинки. Это, наверное, как его звать-то, блядь? Максимус послал. Mm. Ром, тебе 97 курс. Точнее, 99. Левее доворачивай. Mm-hmm. И сбрось все лишнее. Что, я с бомбом сяду, везу веренное имущество, блядь. Нахуя сбрасывай и нахуй тихо. Нахуя я, блядь, посажу, блядь, нормально, че ты волнуешься? Я не волнуюсь, чё, просто зачем? Ты знаешь, сколько 29-я Т стоит? Она как это, как Феррари, блядь, стоит, ёпта. 30 там миллионов, что ли, я не помню, блядь. Их две штуки, нахуй. Хо-хо. Или не 30, 16. Ну что-то такое, ну дорого, блядь. Ну, для ракеты недорого, на самом деле. Ну, не, ну, понятно, но я имею в виду, что... Хера себе, я сейчас, блядь, две Феррари выброшу, что... Самые дешевые, по-моему, кто-то говорил, самые дешевые ракеты, вот, высокоточные, которые... Это вихри считаются. Самые дешевые, и вот настолько точные, и дальние, и скоростные. Ну, вихрь, это, по факту, типа, нара только с управлением, ну, вихрь, образно, вихрь гораздо дешевле, ну, какой гораздо дешевле? Во много раз дешевле, чем МЛ-ка даже одна, не говоря про Т-шку уже. Просто где-то в передаче у меня есть запись ее, там это все рассказывали. Там не говорили именно ценник, но говорили, что вот именно таким макаром, что вихрь — это очень дешевая ракета, и сравнивать даже не с чем ее, потому что... Да, охуенное, блядь, у нас вооружение. А таких нет ракет, на самом деле. Вот там, так, да, так война не, выигрывается вот дешевым вот оружием. Но там, там сказали, что единственная ее слабость, ее надо вести, это слабость этой ракеты. Но она сверхзвуковая, то есть как бы ей хватает. Блядь, поэтому... где опять этот филд? Вот все, он, да? Все, идешь нормально, а да. Я вижу, вижу. Блять. 98 на пол. Ты за 100 километров видишь, блядь. Сейчас пиздец, блядь, просто. Я тебе сказал, сбрось всю хуйню, будет легче. А что-то мне welcome back не написали. А ты куда сел? Я на ударном сижу. Пока рано. А, нет, если ты сидел до этого и его захватили, то тебе не напишут, по-моему. Просто выйдешь и ничего не потеряешь, и все. Mm-hmm. Ну подожди немножко, поэтому еще не появилась площадки здесь, подожди. Площадки нету. Чтобы, ну, что-то наше, только пока наши захватили, но она там через какое-то время должно появиться площадка вертолетная. И две машинки, и тогда, типа, будет как бы наш. Сейчас пока только вы там, и идет захват. Да, и главное, чтобы еще 5 минут до конца-то у нас было, что захват. Вроде было, ну, вроде успевали. Да, 5 вот. Минут, вот только сейчас 5 минут, да. Ну. Да, успеем, успеем. Оно захватывается сколько-то там, да, времени, поэтому сиди до конца и сейчас уже, по идее, должно. Жалко, не может игрок захватить, как вот именно игрок. Сел, а раньше можно было на Blue Flag, знаешь, что делали? Чувак летит на самолете и выпрыгивает нахуй. И с парашютистом садится и захватывает. Вот так вот делали. Нет, ну вот ты прилетел на вертушке, сидишь и захватываешь тоже. Как капчер ту флаг, вот если ты в батле прибегаешь на флаг, сидишь, захватываешь зону. Ну вот так и было раньше, я тебе говорю, надо было только выпрыгнуть с самолета. И нет, техника, самое... зачем? Нет, я могу сушку посадить на траву. Подожди, подожди, здесь на блюфлаге тоже техника захватит, а он станет красным. А, нет, все это отменили, блюфлаги это отменили, раньше было. Техника подъезжает, он красный. Техника нет, я вот, например, сел на вертушке без всего и захватил бы, например. Типа так такого. Раньше и было, так раньше и было. Либо техника, либо что-то такое, пока оно там стоит, оно типа красное. Но заправлять тебя и перевооружать не может. Ты садишься, тебе жизнь как бы не исчезает, но ты не можешь заправиться и перевооружиться. Надо, чтобы все равно привезли ебаный рыбак. А вот если ты десантника выпустишь, он захватывается уже, и все. И даже если ты улетишь, ну там все нахуй, самолет твой исчезает. И там он остается. Ты берешь, он там всегда, пока этого десантника не ебанешь, а его ебануть нельзя. И они поэтому нахуй все это дело похерили, как-то все это дело исправляли.
И поэтому сделай так, что техника нихуя. Пока техник стоит, он просто нейтральный будет. Твои защитники и техника, и это нейтрально, если они не видят друг друга. Он ничей. Пока кто-то кого-то быстрее не ебанет. Блин, ну на 24-ке у меня еще никогда топливо не кончалось, пиздец. Челики уже практически начали, только одна техника осталась, вроде как зачистили. Шестьдесят юнитов я сегодня наколбасил. Красава. Ну, кстати, что-то не появляется нихуя ничего, блядь. На ударном. Посмотрите по паку. Ударный-то что там происходит? Ну там понимаешь, что больше 5 минут, ну вроде прошло больше 5 минут-то. Какая 4 это, да? 3. 3, по-моему, да, я не знаю. Губская бурон Буисланд ударный филбез. Defenders alive. Defenders, блять. Closed, Defenders alive. Защитники. Где-то, короче. А, минеральные воды, Red. Это да. Ударный. Нет. Закрыт, но там защита. Дефендерса надо добить. Они появились, но... А я их не вижу, я их не вижу. И их не видят твои эти мортиры, они должны видеть, если это появились, они там... Либо там горочки и за лесками, нахуй, и они их не видят, поэтому. А ты не можешь взлететь-то? Да у меня топливо кончилось, говорю же. Ну, блядь, надуй в бак, подуй, что, в мотоцикле, что не было никогда. Сел в бак, подул немножечко, и все. Хархис еще закрыли, блядь. Как Defenders Alive, вообще не понял. Так, сейчас я тогда выйду с сервера. Скорее всего, появился танк и, блядь, ЗУшка. Ну, нахуй, после перезагрузки появится, оно сменится, и появятся они где-то, нахуй, хуй знает, где-то появятся. Сейчас я зайду, выйду, блядь. Посмотрю. Либо наша станет, и все. Хуй ее знает, как это будет. Либо ихняя, но только с защитниками. Либо нейтральные. Сейчас я быстренько зайду на сервер, раскрою трек. Просто это что за пиздец? Сколько это дрочево может продолжаться? Ну, я не знаю. Не то, что я там, это... Ты, ну, как, не было такого... ты как хочешь сделать? Ты сейчас должен выйти с сервера, потом обратно на него зайти. Я зашел уже. Я уже зашел. Я зашел. Ну, все, по контролю. Ну, посмотри, я, блядь, ничего не вижу. Просто, ну, зачем вот так усложнять? Ну, сколько можно? Ну, это, ну, реально издевательство. Ладно бы там синяки напрятали бы что-нибудь. Просто ничего нету, как бы, и вот так вот все срабатывает через зад. А, ну, слушай, там Максимус, по идее, он же едет. Время ожидания исключения. Сервер рестартинг. Твою мать, я не успел чуть-чуть. Ну... Подожди-ка, просмотр треков нет. Сейчас стандартная миссия не открыть. Ну попробуем. Если... Все равно ждать старт. Типа. Если... Так, чатик, есть кто живой там? Всем давайте спокойной ночки. Задачку выполнили. Теперь бабайки. Я просто, понимаешь, синяки нам закрывали это все вообще мгновенно.